Всем привет! Сегодня у нас на обзоре упырь 17-миллионник. Значит, сильно не тянем кота за то, что не нужно. И будем уже смотреть самого персонажа. Значит, понятно, что левел максимальный. По статам ПВП мощь 4239. Это довольно-таки немало. Это прям даже очень хорошо. 66 лямов хп, 619 тысяч атаки. Я по минималке, как обычно, скажу. Физзащита, магзащита по 200 тысяч. Сейчас посмотрим, что у нас в духовке. Так, духовка 12. Значит, хп, прочность. ХП и прочность основы. Два стата. То есть основные. Вот ХП даже 80%. Здесь даже не очень такие неплохие статы. И еще есть куда расти, так как есть синие статы. Их можно еще будет поменять на золотые и красные. Так, ПВП снаряга, что у нас? 12% шанса при атаке появится вероятность парирования. Угу. Здесь что у нас? Крита. Здесь что у нас? Плюс урон. Ну, возможно, просто они, ну, то есть они падают очень редко и не было другого ничего, чтобы поставить. Так, основные статы. Крита почти 74 500, прочности почти 800 тысяч прочности. Так, плюс урон 268, минус урон 140, доп урон 184,5, иммунитет 138. Ну, тоже, в принципе, норм. Так, дальше что у нас здесь? Мах кольцо у нас 207 и максимальное по звездному повышению. Так, смотрим трансформация. Трансформация четвертая, практически пятая, ну как практически пятая. Четвертая только-только, а пятая осталась всего лишь. Значит, максимально здесь что у нас? Атака плюс 10, ПВП мощь плюс 10, плюс урон плюс 30. А дальше на 17 будет атака плюс 15. Угу. Смотрим, что по трансформации. Все максимально выучены. Так, ну я так быстренько пробегусь. Озвучивать не буду. Посмотрите статы четвертых скиллов. Да, еще немаловажно, я не сказал, играет человек через билд 2 Один, ну, Хель Один Хель. Фу, неправильно. А, ну да, Один Хель Один, вот. Да, Один в размещении, Один в экзо и Хель в эндо для урона. Так, смотрим. Здесь что у нас? Божий круг. Здесь немножко чисто для того, чтобы одеть костюм. Смотрим, что у нас здесь. Здесь 3% и 5%. 8% от Божьего круга на хеле. И на экзо у нас сколько? 1,4%. 5% на экзо. Так, по эволюции. В размещении, понятно, как и у всех, в размещении карточки, какие более-менее адекватные остались с энда экза, просто скидывается в размещение, сильно на размещение никто не смотрит. А вот уже энда экза туда уже кидают топовые карточки. Значит, что у нас здесь? Здесь у нас крит 25%, здесь крит 25% и так в статах крит. Также 25% и плюс статы, 25% и здесь смерть. А и крита, ну, есть немножко. Здесь атака. Здесь крит чистым статом. Здесь чистым статом плюс 15%. И здесь чистым статом и плюс 45% крита. Это очень даже круть. Здесь опять же 25%, опять 25% и опять 25% крита. То есть очень много множителя на крит. Дальше в экзо у нас здесь уклонение. Ну, здесь проблема с этой карточкой у всех. Карточка на плюс урон, там нет ничего адекватного, и тяжело поймать именно реально какие-то хорошие статы, которые нужны, либо, ну, очень сложно. Так, здесь что у нас? Парирование. Прочность. Здесь парирование 25%. Вот здесь все парирование 35%. Парирование здесь 40% плюс чистый стат. И здесь 25% плюс чистый стат. Здесь что у нас будет? Прочность. Очень много, кстати, прочности чистой. И здесь тоже прочность. Так, дальше смотрим по статам. Размещение чуть больше 3 лямов.
Ну, здесь ничего такого заоблачного. Прочность его 90К, в принципе, неплохо. А так, размещение, опять же, никто не сильно не бустит. Так, Эндо. Эндо. 785 тысяч атаки. Все сокровища почти 20 звезд и почти 120 уровня. Только одно сокровище не докачано. И смотрим, что у нас по статам. Крит 251 тысяча. Вот просто на одном Эндо у него 251 тысяча крита. Вот. Ну, всего-навсего. Да, очень сильно, очень много на самом-то деле. Прочности 66, но он в рубинах. В принципе, прочность здесь отваливается. То есть она не нужна. Доп урон 43%, смертоносности 50 тысяч. Ну, я основные статы читаю, те, которые вкачаны. Там есть парирование 24,7, но она в Эндо не зароляет. Дальше у нас Экзо. Экзо максимально по звездам сокровища и по уровню. Атаки 460 почти 27 миллионов хп. Значит, и здесь вот парирование 180К, и это без четвертой карточки. 180К парирование, прочности 50, но в принципе при таком парировании прочность здесь можно убирать и правильно все делают. То есть сейчас идет такая мета, что прочность с экзо убирается, бустится максимально там парирование, и в основе бустится именно прочность, потому что там за счет духовки, за счет камней можно реально очень хорошо настакать прочности, которая идет суммарно для пробива противника, к примеру. Здесь иммунитета 89, ну, в принципе, ну, мне кажется, что можно и больше было бы иммунитета уже здесь подкинуть. 89 как бы и маловато. Доп урон 43, в принципе, доп урон отлично. Так, ну все, да, то есть доп урон, смерть 86. В принципе, все по статам сказал. Смотрим рыцари. Рыцари я опять же быстренько пробегусь. Кому нужно, на паузу поставите, посмотрите. Так как не вижу смысла озвучивать каждую циферку, это будет очень долго. Так, охрана. Прочность крит, но это стандарт. И здесь смерть парирования. Правильно, деф стат. Ну вот, например, в эндо тоже смерть парирования. Но можно было бы в эндо, например, плюс урон смерть. Я не знаю. Уклонение смерть. Так, звезды на атаку. Руны. Эндо. Ой, размещение. Рубинчики. Прочность. В эндо крит. Крит. Атака. То есть рубины с атакой и с критом. И экзо-щиты с двумя рубинами. Что здесь? Парирование. Походу здесь все будет парирование, так как у него 180К парирование. А вот есть прочность, парирование, прочность. Ну, в принципе. Так, смотрим дальше. Здесь у нас... значит, в основном крит. Да. 3, 2 крита. 3 крита. 3, 3. 3. Ну, в принципе, в основном крит. Так, по заклятию. Смерть, атака. Ну, и я давно не тестил, не скажу, чтобы... Ну, я думал, что можно воткнуть чисто атаку. Ну, возможно, смерти не хватает, и действительно пришлось еще немножко смерти подзакинуть. Так, духовку мы смотрели, музыкалка максимальная. И по прокачке, и про тону тоже максимальная. Так, богиньки. Сразу смотрим в слотах. Значит, здесь крита 22 500, основные статы, 12 тысяч прочности и атаки 30 с лишним, там 33 тысячи. Значит, атаки в доп слотах, это Атлантида 3, в доп слотах еще Фрейка стоит и музыкалка, это крит и прочность. Так, на размещение, как обычно, скидывается все ненужное. Смысла нет перечислять. Так, Венда. Значит, 30 500 крита. Чуток 5000 прочности и что-то там 14 тысяч атаки. То есть, в принципе, немного. Ну, крита вроде нормально, но, думаю, можно больше.
Ну, здесь тоже, соответственно, на крит. И глаз Сахары, критовая, критовый слот плюс 2 дает 75% бонусу крита. Это, в принципе, круто. Так, здесь у нас Экза на парирование, богинька плюс 1 слоты стоят. Ну и, соответственно, все богини на парирование. Парирование дает почти 20 тысяч. Так, артефакты смотрим. В основе артефакт PvP-шный. В основе PvP-шный артефакт. В размещении стоит тоже PvP-шный, но раскачка идет на 2 слота. Можно сарацина для разгона мощи, либо же PvP-шный именно уже на сам PvP. Так, Венда у нас атака, крит, прочность. Ну, в принципе, то, что я и говорил. Но еще можно вот этот плюс урон снизу убрать и перекинуть в прочность. Еще там 500 прочности добавить. То есть, ну, на 4 слота еще 2к прочки будет Венда. Ну, для суммы как бы оно будет ролять. Атака, но не сильно. Так, и в Экзе что у нас? Да, в Экзе тоже по 2 билда. Сарацин или PvP-шный. Сейчас стоит PvP-шный. То есть, в сумме у него стоит 3 PvP-шных билда. Можно перекидывать в Экза тоже сарацин или PvP. И также прокачано максимально на процент парирования. Вот. Так, это хорошо. Смотрим дальше, что у нас есть. Конь. А, да, вот была обнова. Я не снимал по этой обнове. Но суть в чем? Приручение повысили. Было максимальное 100 уровень. А сейчас, походу, 200 или вообще его нет лимита. Не знаю. Ну, вот здесь 174 уровень приручения. И пока еще не уперся в максималочку. Смотрим, что еще дальше. Конь. Ой, конь. Камни. Смотрите, ну я камни покажу. А озвучивать все не буду. Это очень долго. В основном стоят на доп. Урон. Но они практически даже равномерно стоят в основе. Да, в основе стоят практически равномерно. Камни. Размещение, соответственно, никто адекватно не ставит, здесь смысла нет. Венда камни в основном на допе, доп урон, они так и стоят. Слоты открыты тоже под доп урон, в Экзе наоборот будут под иммунитет. Вот. И в драконьих камнях, соответственно, я показываю. Вот основа, вот Энда на доп и вот на Экза на иммунитет. Так, смотрим, что еще. Дракон. Да, драконы у нас все 3 звезды, только PvP-шный 4. И также 200 уровень PvP-шный максимальный. По снаряжению все 15, но прокачана основа на атаку. Вот. Здесь, в принципе, буст чуть бы 63 тысячи, да? 63 тысячи атаки дает цветочная корона. Так, что у нас? Гербы максимальные, уже на гербах не зацикливаюсь. По навыкам. Значит, навыки у нас здесь прочность процентная, атака. Атака процентная. Здесь у нас минус урон. И здесь крит процентный и атака статом. Размещение смерть плюс урон смерть, мах защита, минус урон парирование. Так, энда у нас атака и крит в процентах, плюс крит плюс 24. Атака и прочность, парирование минус урон. И здесь крит и плюс урон. Также тут атаки 10%. В Экзе разгон парирования. Здесь 3 одинаковых навыка, только разного уровня на парирование. Я думаю, что если бы еще и зеленый такой же выпал, то было бы тоже круть. Значит, да, золотой, фиолетовый и синий. В сумме там около 40% парирования они дают, в принципе, неплохо. Такую же фишку иногда мутят на энда. Здесь берут именно критовые. По-моему, вот это. Да, вот таких вот берут 4. Фиолетовый, золотой, фиолетовый, синий. Ну, типа, как минимум, золотой, фиолетовый биндится, и потом ловится синий. Если повезет еще на зеленый, то, типа, топчик. И получается большой буст процента именно крита. Так, а спиды? Ну, я спиды быстренько пробегусь. Вот. Ну, нет смысла показывать более. Так, и у нас остались еще только гены. Гены. Значит, гены у него, вот, есть ген почти красный второго уровня. Или, я не знаю, может, он не красный будет второго, может, он будет, типа, вот такого цвета, какого-то белого.
Но, значит, в генах смотрим статы, крит энда, значит, прочность персонажа, экзопарирование, ОЗ персонажа, экзопарирование, так, экзопарирование, персонаж, прочность, эндо, крит, эндо плюс урон, экзопарирование, персонаж, прочность, персонаж ОЗ, крит, эндо, эндокрит, ну вот здесь очень много эндокрит, и здесь опять эндокрит, то есть очень много эндокрит в генах, он вытянул также прочность основы и парирование экзо. Вот, в принципе, персонаж очень хорош, и думаю, что показал все, не знаю, ну вроде как ничего не забыл. Если что-то забыл, пишите в комментарии, пишите ваше мнение об этом персонаже. В принципе, все. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.